Кислотный тон. Тренд, который не сдает позиции в мире моды. Яркие, сумасшедшие оттенки. Розовые, салатовые, оранжевые. Он с такой прозрачной вставкой, будто поднимает вас над землей. А яркий цвет, ну, точно не даст заскучать в любую погоду, даже в самую дождливую. Вот эти вот вставочки. Они светятся даже в темноте. Поэтому вы будете сиять даже ночью. Представляете, как здорово? Просто добавьте блеска каждому своему дню. Модные кроссовки лета 2020 года могут быть разными. От грубых до лаконичных моделей. Миниатюрные, массивные, белые и яркие. Модные агли. Некрасивые кроссовки, что наиболее эффектно смотрится в топовых луках на любой сезон. И чтобы помочь вам не запутаться во всем этом многообразии вариантов, оставайтесь со мной на канале, не переключайтесь, потому что я думаю, что как раз модникам это будет очень интересно и познавательно. И первое, с чего я начну, это практичные базовые черные кроссовки. Это уже даже не тренд, а это наша с вами жизненная необходимость. И я хочу рассказать на примере вот этих черных кроссовок бренда Bottega Veneta. Для этой модели использовали очень гладкую, мягкую кожу, которая очень важна, что она устойчива к заломам. И благодаря своей широкой, гибкой, устойчивой подошве обеспечивается максимальный комфорт при вашей ходьбе. Также эта модель понравится любителям минимализма. Вот здесь такой миниатюрный логотип бренда, где написано Bottega Veneta, он вытеснен как раз на язычке этой модели. Эта модель, она очень лаконичная, достаточно простая, но в то же время это очень трендовая модель. Следующий тренд – это кроссовки белого цвета. Они уместны всегда и стильно смотрятся с любым нарядом, от офисного лука со строгим костюмом до платья. Можно брать как белоснежные, так и немного грязно-белые с эффектом старения. На мой взгляд, лучшая модель у Валентина, потому что здесь ностальгическая модель прошлого выполнена с комбинацией матовой и глянцевой кожи и такого сетчатого текстиля. А рифленая подошва, посмотрите, какая она вся рифленая, она будет очень удобна при носке на каждый день. И очень удобно, и комфортно. А вот такие серые точечные вставки, вот видите, они везде, повсюду на этой модели, они делают эту модель более графичной и более современной. И что мне еще здесь нравится, логотип Валентино Джеровани написан очень так лаконично и чуть заметно. Просто красота. Ну что, третий тренд в кроссовках. Кислотный тон. Тренд, который не сдает позиции в мире моды. Яркие, сумасшедшие оттенки. Розовые, салатовые, оранжевые, синие. Условно созданы для того, чтобы делать из них кроссовки. И совсем не обязательно при этом надевать одежду такого же цвета. И я бы даже сказала, вообще не обязательно. Пусть обувь будет главной яркой ноткой в вашем образе. Пусть будет сделан акцент именно на нее. Розовый неоновый станет эффектным дополнением любого образа. Он такой дерзкий, стильный оттенок, использован для кроссовок бренда Balenciaga Triple S. Без внимания окружающих, ну вы точно не останетесь, такой футуристический дизайн подошвы, он с такой прозрачной вставкой, будто поднимает вас над землей. А яркий цвет, ну точно не даст заскучать
в любую погоду, даже в самую дождливую. Когда моя 17-летняя дочка увидела их, она сказала: «Мама, я буду делать все, мыть посуду, прибираться, буду все. Давай возьмем эти кроссовки». Мы взяли одну пару на двоих, но они реально классные, крутые. Цвет делает настроение. Вы знаете, как я назвала бы следующий тренд под номером 4? Просто добавьте блеска каждому своему дню. Тренд на блестящую обувь появился давно, но он все еще удерживает позицию одного из самых горячих и стильных трендов. Я хочу продемонстрировать вам модель Ultra Pace от бренда Gucci. Эффектно при ходьбе смотрится красная деталь на подошве. Она органично гармонирует с мягкой вставочкой на пятке. Красный цвет – это цвет страсти, цвет любви. А в сочетании с серебром он смотрится, прямо я бы сказала, очень выигрышно. Вставка из вот этой двухцветной сетки – в сочетании с блестящим глиттером и вот серебряными шнурками делает эти кроссовки яркими и очень неординарно запоминающимися. А вставки около глиттера, вот эти вот вставочки, они светятся даже в темноте. Поэтому вы будете сиять даже ночью. Представляете, как здорово? Одна из моих любимых клиенток буквально вчера сказала мне, что она в восторге от... Она приобрела у нас эти кроссовки, что она в восторге от комфорта и красоты этой модели Ultra Pace. Что она ходит в них целый день. Ей очень комфортно и удобно. И немножко. Пятый тренд в кроссовках, о котором я сегодня хочу вам рассказать, это Color Block. В этом тренде я выбрала кроссовки бренда Balenciaga модель Triple S в таких спокойных оттенках. Матовый черный, приглушенный бежевый и спокойный белый. Высокая и очень мягкая подошва, она обеспечивает амортизацию стопы. Поэтому забег на длинные дистанции, будь то походы по магазинам или долгие прогулки. Эти кроссовки оценят девушки, которые более сдержаны в своих образах, но которые следят за модой. На этом я сегодня с вами буду прощаться. Пишите мне, пожалуйста, в комментариях обязательно, какой тренд для вас ближе и каким вы хотите воспользоваться в этом сезоне. Как всегда, напоминаю, что все ссылки на продемонстрированные мной модели находятся внизу под моим видео. Я, как всегда, желаю вам солнечного настроения, удачного шопинга, отличного здоровья. Ну что, дорогие мои, удачи вам. Как всегда, целую и обнимаю. Ваша Елена Кенфеева. Будьте модными и стильными. Увидимся.